Серия Realme 9 пополнилась новой недорогой моделью под названием Realme 9i. В Realme 9i размер LCD-экрана 6,6 дюйма с разрешением Full HD+, и поддержкой динамического изменения частоты обновления от 30 до 90 Гц. В углу дисплея находится вырез под 16-мегапиксельную фронтальную камеру. Сканер отпечатков пальцев встроен в кнопку включения. Смартфон построен на базе 8-ядерного процессора Qualcomm Snapdragon 680. Оперативная память на 6 ГБ. Есть возможность увеличить объем АЗУ еще на 5 ГБ за счет встроенного накопителя на 128 ГБ. Последний можно расширить с помощью карт microSD. Основная камера имеет разрешение 50 мегапикселей. В дополнение к ней предусмотрено еще два модуля по 2 мегапикселя для съемки в портретном и макрорежиме. За автономность отвечает аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 33 Вт. Из других особенностей указывается наличие стереодинамиков. Аппарат поставляется с Android 11 и фирменным интерфейсом Realme UI 2. Все это умещено в корпусе толщиной 8,4 мм и весом 190 грамм. Новый Realme 9i доступен только в одной версии 6 ГБ оперативки и встроенной на 128 ГБ по цене $286 США. Пока он представлен лишь во Вьетнаме, но ожидается релиз и в других странах.